Мень, а ты в курсе, что это? Счастье не за горами. Да-да-да. Оригинально. Привет, ребят. Хочу пожаловаться, она жрет батончик и не дает, и не делится. Да, будешь? Не, будешь. Нет. Вот, видите, видите? Он сам говорит, что не будет, ты сам обвиняешь меня, что я не делюсь. Подожди, мне надо проникнуть в запретку. Вот, я нашел проникновение. Я тоже шел. Шмякнешься же. Шмякнешься? Кто бы говорил, шмякнешься. Знаешь, кое-кто в прошлом году тоже перелезал. Как это? Через пень колоды, а я быстро перелез. Но у меня сейчас камера в руке, поэтому я... А вот сейчас ты будешь перелезать, вот посмотрим. Ну я простите. Да, что ты? Да-да-дам. Да-да-дам. Бурьёнки в ДД. Ай! Так, поле чудес? Да. Это поле... А, вот, кстати! Значит, ровно... Нет! Все молчать! Нет, не молчать! Молчи! Ровно год назад в это время... Да, это... Умолчись. А вот смотри, видишь, да, вот это поле? Да. Вот где надо было звездопад позавчера наблюдать. Смотри, сколько неба. Да, но его все равно не видно было. Вот его, да, вот это другое дело, что... его. Еще будет звездопад какой-то, да, когда? Вот на эту гору вот залезть. Да. И смотри, здесь очень много неба видно. Да. И можно было бы ночью это дело наблюдать. Не, надо посмотреть, когда еще будет звездопад. Так вот. Ой, там, смотри, там разлилось все. Ровно год назад, значит, пришли сюда. Мини говорит, ой, я знаю, где верба, где верба. Как раз Пасха была, там все дела, да? Ну, чуть пораньше, может быть. Все, и мы пришли вот сюда. И вот сейчас, сейчас посмотрим, где это мы. Были, да? Верба. А в итоге надрали что? Надрали иву, да, или как она? Не знаю. Но у нас в одном из видео там как-то это подсказали, как это называется. Это верба, она же... Да не верба, ну тебя. Ива. Да нифига не ива. Вот. Вот. Что? Расцвела. Ну, так это где? Какая же тебе эта верба-то, балда? Но уже расцвела под окошком. На-на-на-на-на. Уже поздно смотреть. Ладно, отключу пока. Да. Все, я поднимаюсь. Это люк прикрыли лестницей. Падение. Люк прикрыли лестницей. Да. Додумались, блин. Ага. Так. Ну, я говорю, тут, конечно, релаксовый такой зон, можно было бы сделать. Смотри, моря такие, океаны. Чё-то я шмыгаю, блин. Да вот я тоже. Что-то как-то... Так, где мы тут срубали? Не знаю. Сруба. Это, говорит, верба 100%. Спорил с пеной у рта. Не надо тут лгать. Я говорю, что вот это, наверное, верба. О, смотри, у тебя есть удочки, нет? Что есть? Удочки. Нету. Сейчас будем бырачить. А там это, птичка. Птичка? Да. Ну. А вот, смотри, смотри. О, я в одиночку. Вон. Впереди. Вот это, да? Спило. Какая это верба? Это какая-то шняга. О, течет ручей, бежит ручей. Кораблик пускать можно? У меня нет бумаги, я бы запустила. Да. Да. А как вон там люди прошли, я что-то не понял. Там же затуплено. А, они в сапогах идут. Видимо. Вот, смотри, видишь? Да, вот про эту штуку ты говорил, что это верба. Ну, я не знаю конкретно, что это. Это не вебра. Может, знать кто, что это за дерево-то, блин? Я не знаю. Я тоже не знаю. Но это не ива. Ну, явно. Листья-то другие.
Эх, небо сегодня вообще обалдеть. Ага. Краса лямба такая. Может, кто-то в комментариях напишет, что это за дерево. Да. И ты лишний раз это будешь не права. И вот тут она срывала, значит, мы сорвали. Чем дело закончилось? Мы сорвали всю вот эту вот петрушку, блин. Не всю, мы пару веточек. Ну, пару веточек, ну, в смысле, да. И притащили, короче. И стояла она, как верба. Я вот что увидел, смотри. Как красиво. Дерево. Ну, что ты там увидел? Дерево ржавое. Сам ты ржавый, блин. Смотри, как красиво. Ты чего дерево обзываешь? Ого! Классно, ой, да? Мне очки падают. А ну это мох такой. Да? Ага, наверное. А вот есть еще белый. Смотри, золото, серебро. Вот. Где? Он сухой какой-то. Ну, от того, что он здесь влажность большая. Я так думаю. Что закончилось? Что закончилось? Ничего, батончик. А, ты сожрала его все-таки, да? Я скушала, не сожрала. А, ну скушала. Ладно, я сейчас пойду себе куплю тогда батончик и съем его публично. Прикольно. Да, красиво. Ой, холмик, и никто не узнает, где могилка твоя. Через пень работает, через раз работает камера. Что ты говоришь? Клещ идет? А куда он идет? Сейчас же сезон клеща начинается. Он в лиственном лесу с наном, а здесь смешанный. Вот здесь перемешанный, значит, лиственный, хвойный и помойка. Не могу отрицать. Ой-ой-ой, посмотрите, какой нравится. Помолчи. Ты понижаешь IQ всей улицы. Здесь нет улицы. Так что вы не правы, Шеру. Дорога. Ага, неизведанность, блин. Ага. Все уже изведали это. Неизведанный притон наркотни и алкашни. Ага. Куда бежишь? Вперед. Зовет судьба. Смотри, сколько это. Что? Ландыши, ландыши. Первого. Ой, это что такое было? Да нет, как будто как ящерка, вроде им рано еще, да, так шуршало. Змея! Блин, я чуть не упала, ты что меня толкаешь? Толкает, как будто я напугалась. А, змея, вот она приближается. Вот и бошку на бок, а зачем у тебя башка на бок всегда сворачивается? Нет, не всегда. А это если ей подставку сделать? Ты что творишь, а? Что творишь? Разговариваю, да? А у меня ничего не снимается. Вон там красная береза, да? Они отмечены, потому что их хотят срубить. Вот. Да. А срубить их хотят, потому что есть угроза, что они упадут. Куда они упадут? Да кого они тут покалечат? Они в лесу упадут. В этой в запретке. Вот. Кто тут ходит? И люди. Машины есть. Если одни бухарики, блин, да, это сам нарики. Тебя еще земля держит. Бьеха.
Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот березка, смотри, она рухнум сделала. Стоял, стоял. Смотри, вот тут еще вот так раскрылась. Уже ровно. Угу. Так. Что бы такого сделать плохого? Что? Началась весна в дурдоме. Так. Да ну, я устал что-то. А, ветер, да? Да. Я тогда буду орать. Да не знаю, поставили, блин, какой-то гигантский. Ай, какие листочки. А, такие классные, блин. Посмотри на березу, вот особенно вот эти на маленькие. Классно так, солнцем прям. Они же свежие, листья. Листья свежие. Да хорошо. Троллит и троллит. Троллит. Бегите, голубцы. Бегите. Голубцы созрели, поспели. Сори, проклятые рудники. Дю-дю. Ты довольная такая. Здесь уже скучно. Нет? Иди и давай. Да иду. И раз, и раз, и раз, два, три. Левый. Левый. Раз, два. Будешь троллить, вообще разговаривать нет. Я тролль. Встретились как-то тролли с Мурфик. Да, да, что-то придумать. Я тролль из Мурфик. Да, какой я тебе... Куда ты идешь? Ты знак не видишь, что ли? Проезд запрещен. Проезд запрещен, а я же хожу. Ну а куда ты лупишь на своих копытах на такой скорости? Это не копыта. Ой, смотри, Минь, бородавки нашел их какие-то. Твердый, конечно, твердый. Давай, слезай сейчас в эту. Шундарнешься. Такая бандура. Нафиг она нужна в нашем городе? Я понять не могу вот этого. А вон там посмотрели, смотри, построили. Что-то я как-то нет. Не обращал внимания. Вон там. Штукенцевый какой-то. Для чего оно вообще? Ну там, видишь, оптом и в розницу продают мини-мозги. Какие мини-мозги? Да к чему это вообще? Мозги. Да что хочешь сказать, что я за ты, и я продаю. Дайте хлеба. Прикинь, вон тот, ой, вон тот кусок хлеба как вольнется, да? И сразу прибьет. Меня. Убита куском хлеба. Но, а, это как видео мы смотрели с тобой, избит зайцами. Ага, да. Вот это да, потрясающе. Угу, красиво. А ты видишь, у них есть листочки, кончики, много такие. Смотри, вот, вот тут. Да, вот эти четыре. Видишь? Кончики махровые. Видишь? Я видишь. А тут раньше и желтые тюльпаны тоже росли. Желтые тюльпаны. Лесники разломники. Нет, только не надо, это мы. Где розовые? Знаете, как цветы называются? Да я даже не знаю. Я не помню. Ничего не знаю. А сам ты знаешь? Нет, конечно. Смотри, сколько там голубей вдали. Подкатывай их там. Ну ладно, все, пока-пока. Пока.
Thank you.